Привет, ребята, стримаши, обзор еды недорогой относительно. Конечно, можно что-то еще дешевле найти. Это продается в небольших магазинах, ларьках. Сейчас зима, поэтому все дорогое. Ну или дорогое, потому что сетевым магазинам надо дорого продавать. И можно найти иногда что-то интересное. Я здесь добавил еще сегодня тестирование не по виду, еще и по вкусу. Я уже попробовал это яблоко. Забыл, как называется оно. Это сладкое яблоко. Я не очень люблю сладкие яблоки. Ну, то есть, иногда бывают хорошие, нормальные. Такое слабо-сладкое. На самом деле, как бы любые кислые, сладкие ем. Вот чисто вот этот сорт с башки вылетело. Такое яблоко, известный сорт в точечках. Его очень легко определить. Точечки серые, маленькие. Тут не вспомнить никак. Это зеленое Гренни Смит. Я, кстати, его не попробовал пока что. Попробовал вот это с точками. И вот такое еще яблоко. Не знаю, что за сорт. Цена 39 рублей. Всех этого. Сейчас попробую. Ну вот я пробовал как бы. Ну, похоже, это похоже на это. Чуть по фирмове какой-то. Ну, по сути, примерно одно и то же. Так, киви. Я сейчас не буду резать. Я попробовал нормальное. Но почему-то сначала вроде цена висела 40 рублей, но потом, когда я купил, уже цена получилась 59, по-моему, рублей. То есть 60. Но 60 все равно нормально, потому что везде продают по 100 рублей. Киви, оно нормальное, но часть есть подавленные и немножко видно долго валялось, не такой не мега какой-то насыщенный вкус, но это и во всех других магазинах валяется тоже не пойми что. И груша, не знаю что за сорт, может какие-то специалисты есть. Нормальная по вкусу, не мега сладкая, не кислая, так, средней сладкости, 55 рублей. Так, в грушах, ну, она видно, что повалялась, побитая, особо дефектов нету. В этом яблоке я вообще дефектов не вижу, в этом, блин, как же она, сорт-то называется? Кругом валяется во всех магазинах. И с Гренни Смит я не попробовал пока что. Оно начало темнеть. Оно, конечно, дороже стоит, рублей 100. Вот такой потемнел бок. Но внутри дефекта я не вижу. Так, сейчас положим. Да, вкус отличный. Как надо. Кисло-сладкий. На пятерочку. Но мне просто нравится этот сорт больше, чем этот. Хотя кому-то чисто более сладкие сорта понравятся. Так, ну а груши 55. Цена это, конечно, круто, но бывает они уже валялись.
тысячу лет, и вкус там совсем уже уходит. Они разваливаются через несколько дней. То есть нужно осторожно все это покупать. Блин, хорошее яблоко. Вот это просто отлично. Ну и все остальное тоже съедобное. Единственное, груша какая-то странная мне показалась. Еще раз попробовать. Она жесткая, во-первых. Ну, это неплохо, что жесткая. Да, у нее маловато сладости. Видно, много уже прижало. Может, сорт такой. Чуть-чуть сладкая. Но зато крепкая. Так, ну это, в общем-то, все. Всем спасибо. Пока, ребята. Будут следующие обзоры. И на еду, и на всякую компьютерную технику. И стримы в игры поиграть. Пока что что-то неохота играть. Как настроение придет, так и поиграю. Всем пока.